Здравствуйте, уважаемые студенты! Я Шамбулова Гульнара Дусамбековна, сеньор-лектор кафедры технологии продуктов питания. Тема сегодняшней лекции – методы оценки и определения показателей качества продукции. По плану лекции будем рассматривать следующие вопросы. Первый вопрос – методы оценки качества продукции. Второй – методы определения показателей качества продукции. Методы оценки качества продукции можно разделить на следующие группы. Это дифференциальный метод, комплексный метод, смешанный метод, статический метод. Дифференциальный метод – это метод оценки качества продукции, основан на использовании единичных показателей. Дифференциальный метод осуществляется сравнением показателей качества оцениваемого вида продукции с соответствующими базовыми показателями. То есть показатель качества оцениваемой продукции сопоставляется с показателями качества базового образца баз. Комплексный метод оценки используется на основе комплексного показателя качества. Уровень качества по этому методу определяется отношением обобщенного показателя качества оцениваемой продукции к обобщенному показателю базового образца. Смешанный метод, сущность и последовательность оценки этим методом заключается следующим. Единичные показатели качества объединяет в ряд групп, для которых определяет групповой комплексный показатель качества. Объединение показателей в группы должны производиться в зависимости от цели оценки, найденной величины групповых комплексных и отдельно выделенных наиболее важных единичных показателей, подвергают сравнению с соответствующими значениями базовых показателей. Статический метод – это метод, при котором значения показателя качества продукции определяют с использованием правил математической статистики. Критерии оценки качества блюд можно разделить на 4. Первое. Критерии оценки блюд устанавливаются следующие. Отлично – это блюда приготовлены в соответствии с технологией. Хорошо – это незначительное изменение технологии приготовления блюд, которые не привели к изменению вкуса и которым можно исправить. Удовлетворительно – это изменения в технологии приготовления привели к изменению вкуса и качества, которые можно исправить. Неудовлетворительно – изменения в технологии приготовления блюда невозможно исправить. В раздачу не допускается, а требует замена блюд. Критерии оценки качества второго вида – это оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал установленной формы, оформляется подписями всех членов комиссии. Третий это вид – это оценка удовлетворительна и неудовлетворительна данной брокеражной комиссии или другими проводящими лицами обсуждается на совещаниях при директоре и на планерках. Лица, виновные при приготовлении блюд, неудовлетворительны, привлекаются к материальной и другой ответственности. Критерии оценки качества блюд четвертого вида – это для определения правильности веса штучных готовых кулинарных изделий и полуфабрикатов одновременно взвешиваются от 5 до 10 порций каждого вида каш, гарниров и других нештучных блюд и изделия путем взвешивания порций, взятые при отпуске потребителю. Методы определения показателей качества продукции подразделяют в основном на две группы. Это первое – по способам получения информации, второе – по источникам получения информации. По способу получения информации еще можно делить на измерительные, регистрационные, органолептические и расчетные.
Источники получения информации делятся на традиционные, экспертные и социологические. Измерительный метод – это основан на информации, получаемой использованием технологических измерительных средств и контроля, применяемые в настоящее время технические измерительные средства для определения химического состава и потребительских свойств продуктов питания весна разнообразен. С помощью измерительных методов определяют такие показатели, как масса, размер, оптическая плотность, состав, структура и другие параметры. Измерительные методы могут быть подразделены на физические, химические, биологические, микробиологические. Физические методы применяют для определения физических свойств продукции. Это может быть кислотность, коэффициент переломления, коэффициент рефракции, вязкости, липкости. А физические методы – метод микроскопию, полириметрию, колориметрию, рефрактометрию, спектроскопию, реологию и другие. Химические методы применяют для определения состава и количества входящих в продукцию веществ. Они подразделяются на количественные и качественные. Это методы аналитической, органической, физической и биологической химии. Биологические методы используют для определения пищевой и биологической ценности продукции. Их подразделяют на физические, микробиологические. Физические применяют для установления степени усвоения и переваривания питательных веществ, безвредности и биологической ценности. Микробиологические методы применяют для определения степени обсемененности продукции различными микроорганизмами. Регистрационные методы – это методы определения показателей качества продукции, осуществляемые на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов или затрат. Эти методы базируются на информации, получаемой путем регистрации и подсчета определенных событий. Например, отходов изделий при испытаниях, подсчета числа дефектных изделий в партии. Эти методы определяются показателями унификации, патентно-правовые показатели и другие. Органолептический метод – этот метод осуществляем на основе анализа восприятия органов чувств, зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Значение показателей качества находят путем анализа полученных ощущений на основе полученного метода. С помощью органолептических методов можно определить такие показатели качества пищевых продуктов, как вкус, цвет, запах, интенсивность окраски, прозрачность, форма, консистенция, а также фальсификация продуктов. Этот метод широко используется для определения показателей качества продукции общественного питания. Показатели качества, определяемые органолептическим методом, выражаются в баллах. Расчетный метод отражает использование теоретических и эмпирических зависимостей показателей качества продукции от ее параметров. В зависимости от источника получения информации показатели качества делятся на традиционные, экспертные, социологические. Традиционный или лабораторный метод широко используется в отраслях пищевой промышленности и системе общественного питания. К ним относятся физические, физико-химические, химические, биохимические, микробиологические, товароведно-технологические методы. Метод физического анализа определяют, например, плотность, удельный вес, температуру кипения, вязкость, консистенция водородных ионов, а также некоторые оптические, структурно-механические и другие свойства. Относительную плотность исследуемых образцов пищевых продуктов определяют ориометром, пикнометром, гидростатическим весом, путем измерения гидростатического давления.
Оптические свойства определяют с помощью полириметрии, рефрактометрии, фотометрии, спектроскопии, хроматографии. Микроскопирование – это метод, применяемый при изучении структуры пищевых продуктов для установления вида крахмала и состава кофейных напитков, наличия в продуктах примеси микроорганизмов или паразитов и для определения натуральности продуктов. Рефрактометрия – это широко используется при оценке качества соков, жиров, варенья, поев. Это метод основан на измерении показателя переломления света и при прохождении его через раствор. Используют метод в основном для определения содержания сухих веществ в продукте. Полириметрия основана на способности некоторых оптических активных веществ вращать плоскость поляризованного луча, проходящего через их растворы. Этот метод обычно применяют для установления вида сахара и определения его концентрации в растворе. Фотометрический метод основан на взаимодействии лучистой энергии с анализируемым веществом. Эти методы позволяют определять компоненты химического состава пищевых продуктов и в целом судить об их свежести и доброкачественности. К таким методам относятся фотоколориметрия, спектрофотометрия, люминесцентные анализы. Спектроскопия основана на изучении спектров паров исследуемых веществ и позволяют с большой точностью определить состав и количество макро- и микроэлементов, витаминов и пищевых веществ, витаминов в пищевых веществах. Хроматография – один из наиболее эффектных методов разделения сложной смеси вещества на отдельные компоненты. С помощью данного метода изучают химический состав пищевых продуктов, его динамику в процессе хранения и реализации, в частности, аминокислотный состав сахаров, красящиеся вещества, наличие остаточных количеств ядохимикатов. Потенциометрический метод – это широко используется для измерения pH среды и основан на определении величины потенциала между электродом, насыщенным водородом и жидкостью, имеющей водородные ионы. С помощью этого метода можно о свежести молока, мяса и других продуктов питания. Реологический метод применяют для изучения структурно-механических свойств пищевых продуктов. С помощью этих методов определяют консистенцию маргарина, вязкость мясного фарша, но широко используется данный метод для определения реологии теста. Биологический метод используется для определения пищевой и биологической ценности продукции. Их подразделяют на физиологические и микробиологические. Физиологические применяют для установления степени усвоения и переваривания питательных веществ, а также для определения пищевой ценности продуктов и их калорийности. Микробиологические методы применяют для определения степени обсемененности продукции различными микроорганизмами. При этом определяют как общее их содержание, так и вид микробов, например, бактерии, плесни. Товароведно-технологические методы применяют для изучения потребительских свойств процесса потребления пищевых продуктов, а также установления степени пригодности сырья к переработке. Так, при определении пшеничной муки обязательно оценивают количество и качество клейковины, проводят пробную выпечку хлебобулочных изделий и оценивают его качество.
Экспортный метод осуществляется на основе решений, применяемых экспортами. Этот метод широко применяют для оценки уровня качества при установлении номенклатуры показателей, учитываемых на разных стадиях управления при определении обобщенных показателей на основе совокупности единичных и комплексных показателей качества и при аттестации качества продукции. Социологический метод основан на сборе и анализе мнений фактических и возможных потребителей. Сбор мнений фактических потребителей продукции осуществляется устным способом и с помощью опроса или распространения анкеты опросников, иногда путем проведения конференции, совещаний, выставок, дегустации. Здесь вы можете ознакомливаться со списком литературы, которую вы можете готовиться по данной лекции.